привет! Следую от Мелитополя в сторону Джанкоя. Километров 30-40 отъехал от Мелитополя. Ехал с стороны Волновахи на Бердянск. В общем, Бердянск-Мелитополь, дорога практически вся сделана. Вот смотрите, Мелитополь-Джанкой, сделано тоже. Где-то сделано, где-то срезано. То есть, в принципе, соточку поливают. Ну, машина тяжелая, как вы понимаете, бронированная, военная. Плюс четвертой скорости нет. Вот смотрите, мы прошли по асфальту такому, как подрезанный, по-моему. Ну, то есть, засад особых нет. Можно, в принципе, поливать, если в колонну не попадешь. То есть, вполне себе хорошо идут эти знаки, что ремонт идет. А здесь уже, в принципе, подрезали хорошо. Ну, то есть, молодцы, делают дорогу. Невзирая на погоду, просто хреначит. И ночью идем, короче, работают. Работают ребята, ночью все освещено, реверсное движение организовано. То есть все по-человечески. Видите, там здесь уже положили подушечку, там вот подсрезано. То есть все пучком, дороги делается. Быть добру, как говорит индус. Вот, смотрите, работы ведутся. Установит бед. Ну да, я иду на спецсигналах. Вот у меня и машет, давай, поливай, поливай, поливай. Да, у меня, ребята, спецсигналы стоят. Машина командирская оснащена. Ну, конечно, перевалил границу, там их включать нельзя будет. А здесь прикольно, на самом деле. Вот, как бы так. Так, там военная техника, впереди снимать не буду. Но работы идут, как видите, все в порядке.